Энку Скар. Дядя Скар, знаете что? Попробуйте догадаться. Я не люблю отгадывать. Когда-нибудь я стану королем. Надо же. Папа показал нам все королевство. Я буду им править. Да. Прости, пожалуйста, что я не радуюсь. У меня болит спина. Дядюшка Скар, когда я буду королем, кем будете вы? Наверное, я буду мартышкой. Так странно. Ты даже представления не имеешь. Значит, отец показал тебе все королевство. Да, показал. А он показал тебе, что находится там, за северной границей королевства? Нет. Он сказал, что мне нельзя туда заходить. И он абсолютно прав. Это очень опасно. Только самые храбрые львы заходят туда. Но я храбрый. А что там находится? Прости, пожалуйста, Симба, я не могу тебе сказать, почему.